Алена Заварзина выступит за сборную России в параллельном слаломе. За оставшееся время свою спортивную форму девушка рассчитывает довести до оптимальной для предстоящих соревнований. Я долго хотела попасть на эту Олимпиаду и много работала. Не все как бы выходило так гладко, как хотелось бы. И я просто надеюсь, что только трудом можно все-таки побороть эту как цепь неудачи, и мне повезет. В декабре сноубордистка уже опробовала олимпийские склоны в Сочи. Теперь ей предстоит испытать олимпийский дух состязаний. Отчасти он уже знаком спортсменке. Алена участвовала в Олимпийских играх в Ванкувере. Там она заняла 17-е место. На этот раз к главным соревнованиям планеты Заварзина подошла уже в титуле чемпионки мира. Именно 2011 год, когда ей удалось взять эту вершину, а также не раз зайти на пьедестал в Кубке мира, девушка считает одним из самых удачных периодов своей спортивной карьеры. А начало карьеры было положено еще в 10 лет, когда Алена пришла в сноуборд. По словам спортсменки, любовь к этому виду спорта возникла сразу. Если ты начинаешь кататься на сноуборде, тебе это либо сразу нравится, либо это сразу тебе не нравится. Не было никаких предпосылок. Во мне никто не видел сразу там какую-то сноубордистку. В общем, это все просто получилось как бы случайно. За успех спортсменки будет болеть вся страна, и особенно Тверская область, со стороны которой, как признается Алена, чувствуется поддержка. И речь здесь идет не только об эмоциях болельщиков. Заварзина отметила помощь региона в решении квартирного вопроса. Спорт высших достижений должен чувствовать себя уверенно, чтобы иметь возможность сосредоточиться на результате. Поэтому в Тверской области предусмотрена стипендия губернатора. Спортсменам оказывается помощь при проведении тренировочных мероприятий, приобретении спортивного инвентаря. Что же касается результата и предстоящих главных зимних соревнований планеты, то, по словам Алены Заварзиной, любой спортсмен, который едет на Олимпиаду, хочет вернуться оттуда с медалью. С какой, не уточняет. Но сноуборд, на котором планирует выступать девушка, будет золотой пластиной. На Олимпиаде Алена выступит 19 февраля. Полную же информацию о том, когда болеть за наших спортсменов, смотрите на сайте Твериград.ру. Мария Лебедева, РЕН-ТВ, Пилот.